16 мая в студенческом кампусе Казани состоялась необычная лекция с победителем многочисленных ралли. «Африка Рейс 2013», «Шелковый путь 2014», «Золото Кагана 2015». Все это и не только за плечами действующего пилота КАМАЗ-мастер Дмитрия Сотникова, который на один день стал лектором для студентов Казанского федерального. Я расскажу о нашей команде, что это такое, как оно устроено, чем мы занимаемся, как готовимся, какие проекты совместные с нашим партнером мы делаем, каких результатов мы добились в этом году и в прошлые года. И также покажем небольшие видеообзоры с наших мероприятий и соревнований. На своем занятии Дмитрий Сотников поделился со студентами радостями и сложностями раллийных соревнований, обсудил гоночное ремесло и отметил технические навыки, необходимые каждому пилоту, а также ответил на вопросы учащихся. Большинство зрителей интересовало, как стать настоящим пилотом и попасть в команду КАМАЗ-мастер. Многие ребята к нам приезжают из других регионов, кто реально хочет, показывает, проходит у нас или практику, или просто помогают. Если мы видим, что человек способный, стремится и очень в коллективе его принимают, то почему бы и нет? Попробуем постепенно. Такая возможность существует. Ралли – самое яркое проявление конкуренции у людей, и поэтому они так привлекают. В конце мероприятия каждый мог поближе познакомиться с Дмитрием Сотниковым и рассмотреть боевую машину пилота, убеждаясь во всем сказанном лично. Адель Мухаммедшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.